Зимовая вяселка, королева вясна, аутосеньяры та за апошние 3 года у молоди региона з'явилось шмат новых проектов, некоторые доросли до республиканских. Гэта и іншие досягнения огучены на справоздачно-выборчей конференции. Выники такие. За апошние 3 года працаўладкавана каля 54 тысяч молодых людей. Для параўнання папярэдняя трацягодка охапила на 15 тысяч человек меньше. Теперь студат-радовский Гомельшчыны сярод лепших в Украине. Волонтерская деятельность так само на лидирующих позициях. И, вядома, апошние 3 года не обошлись без перемогу конкурсе 100 идей для Беларуси. Так сёлета з узнагародой из Минска вернулся Максим Кирьянов. Уникальная перчатка, якога обошла усіх конкурентов. Довольно неожиданно для меня была победа на этом конкурсе в номинации «Медицина, фармация, медицинское оборудование». Конкурс был очень полон эмоций, знакомства с новыми проектами, с интересными людьми и горы впечатлений. Это хорошо, это позволяет развиваться молодому поколению и продвигать свои инициативы в будущее. Сёння БРСМ на Гомельшчыне объединяет амаль 90 тысяч человек. И эта личба постоянно растет. Наступные 3 года головные направки деятельности БРСМ у нашем регионе застанутся неизменными. Это поддержка отрядов аховы правопорядку, науковой деятельности, талиновитой молоди и организация вольного часу, патриотичное выхование, працаулаткование, развитие международного молодежного супрацовництва, информационная работа и, вядома ж, волонтерство. Плануется поляпшать якость работы. Так само на конференции отбылось обрание активу Гомельского областного комитета БРСМ. По выниках первым секретаром выбраны Игорь Завалин, другим Юлия Липовская. Конечно, волнительно, да, потому что вроде как бы 3 года за спиной, но еще 3 года впереди. Есть о чем сказать и, наверное, есть что предложить на эти будущие 3 года. Как недавно озвучил глава государства на форуме России и Беларуси о том, что Беларусь должна стать IT-страной. Мы сейчас будем уделять этому внимание. И не только поиску молодых людей, которые занимаются IT-проектами, а в принципе продвижению этого направления среди молодежи, популяризации его. Одним из значимых масштабных наших проектов был, есть, я думаю, будет в следующем периоде работы наша акция благотворительная «Все краски жизни для тебя», благотворительный марафон, который реализуется во всех районах. И в этом году мы, конечно же, в будущем периоде сконцентрируем все силы, чтобы этот марафон состоялся, прошел абсолютно в каждом районе нашей области. На парадку дня так само обрание делегатов от Гомельшины на 43-й Республиканский съезд Союза молоди. На встрече обмерковали инициативы, якія наша делегация провязе у Минск. Так, одна из них закране узростовую категорию членов БРСМ. Представники Гомельшины пропонуют повеличить яге до 35 годов. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель».